Всем привет, ребята, с вами снова Хик, и в сегодняшнем видеоролике мы с вами посмотрим простой способ прохождения миссии карьера в GTA San Andreas. Для чего это делается? Для 100% прохождения. Это никак не влияет на сюжет, но тем не менее, кому это будет видео интересно, тот его посмотрит. Ну и кто не прошел GTA на 100%, тот писюн. Но если вы еще не прошли, то самое время это сделать, как раз таки миссии карьера вам понадобятся. А чтобы сделать их еще легче, еще проще, все внимание на видосик, все расскажу, покажу. Погнали! А вообще начнем с самого начала, как я наткнулся, собственно, на этот дюпинг. Я проходил GTA San Andreas на 100% в своем недавнем стриме. И дело в том, что при прохождении миссии карьера я случайно дюпнул одну из миссий. Нет. Нормальный движ. Дюпнул? Я дюпнул миссию? Я даже этого не хотел, за телефонный звонок. Я дюпнул миссию? Я дюпнул миссию? Ты прикинь? Дюпнул миссию. Как? Дюпинг в деле. Да, я офигел тогда в тот раз, потому что я знал, что такой способ существует, но я не знал, как его делать. Это получилось абсолютно нецеленаправленно. Просто я взял и сделал сам дюпинг. Оказалось, это очень легко. Вообще, как такого понятия дюпинга, я вообще не горазд. Рассказывать вам, что это такое и как это работает, лучше пройдите на канал Кулера, посмотрите его видео, я оставлю ссылочку в описании. Он там все объясняет просто до самых мельчайших деталей. Я же вам объясню это просто вот самым простым способом. В видео Кулера идет речь не совсем о карьере, но принцип тот же. И понять механику, как это все работает, там гораздо проще. Здесь я вам объяснять это не буду. Ну так вот, для начала дюпинга нам нужен любой телефонный звоночек. Неважно, где вы его добудете. Главное, чтобы он был у вас. Самый простой способ получить телефонный звоночек в начале Лас-Вентураса это пройти 4 миссии в 4 драконах. То есть после того, как у вас открывается казино Калигулы. Именно телефонный звоночек казино Калигулы это тот самый звоночек, который нам будет нужен. Его мы ни в коем случае не принимаем. Он нам нужен будет для дюпинга в карьере. Так, ну все, мы добыли телефонный звоночек. Совершенно его может быть любой. Можете какой хотите использовать, какой вам будет удобней. Какой у вас будет на... по мере прохождения игры, разумеется. У нас есть телефонный звоночек с казино Калигулы, мы все это прекрасно помним. Пока я еще сейчас еду, уже давно пройдет 15 секунд. Все, что мы сейчас сделаем, это мы просто подъезжаем на тачке к нашему карьеру, к нашим будущим миссиям в карьере, собственно. И просто вот так вот незначай подъезжаем к маркеру. И выходим из машины. Телефонный звоночек срабатывает. Мы его ни в коем случае не принимаем. Начинается миссия карьера. Мы заходим в булдозер, и у нас появился еще один маркер. Вау! Скажете вы, да? Так оно и есть, так и должно быть. Теперь ждем 15 секунд. 8:15, когда будет. И выходим на маркер. Так же, как мы делали это в первый раз. Только уже, разумеется, с бульдозера. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Выходим с бульдозера. Телефонный звоночек опять. Миссия карьера опять начинается. Опять садимся на бульдозер. И продолжаем в том же духе, и нужно так сделать 7 раз, потому что миссии в карьере всего 7. Так. Это у нас уже будет второй дюпинг. Ждем 15 секунд. Это значит 45. Хоп. Телефонный звоночек опять. Это уже 3 раза у нас происходит дюпинг. Третий бульдозер. Окей. Толкаем бульдозеры наши дальше. Только имейте в виду, что они не должны перевернуться, умереть как-то. Потому что нужно сохранить их. В надежности и сохранности. 5 секунд. Выйдем. 15 секунд опять же. Также вот отмеряйте время. Слава богу, есть в игре внутриигровые часы. Которые позволяют вам это легко сделать. Легко сравнивать время. 15 секунд. Телефонный звоночек. Миссия карьера, yep. And... Уже 4 машины.
Мы на четвертой. Еще дважды нужно сделать. Такую манипуляцию, блин, такой дюпинг. Так, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 45 мы сходим. Сходим. Телефонный звоночек. Продолжаем. Раз, два, три, четыре, пять. Это пятая машинка. Толкаем бульдозеры, потому что они нам не нужны сейчас. Так, снова 15 секунд. Так, миссия карьера. Один. Так. У нас уже 5, это 6-я. Последняя машинка на сегодня. Ждем 15 секунд. То есть 45, когда будет. Точнее 50. 50. На всякий случай. Если вы запорите хотя бы один звонок, то все идет к черту, грубо говоря. Так, 50 и... Телефонный звоночек. И последний. Последний, тот самый 7-й. Буксировщик, я не знаю, трактор. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У нас 7 тракторов. И дело в том, что на 7-м тракторе мы начинаем миссию карьера. Сейчас вы испугаетесь, скорее всего, потому что будет очень много камней. Такой в дюпинг. Опа. Мы просто скидываем. В общем, выполняем первую миссию в карьере. Самую легкую миссию в карьере. Мне кажется, большинство не любит миссии в карьере, потому что она, во-первых, нужна для 100% прохождения. Это раз. Она никак не является сюжетной. То есть вы можете спать спокойно. Для сюжета она не нужна никаким образом. Вот, но для 100% очень даже нужна. Поэтому придумали вот такой вот дюпинг, с помощью которого можно экономить свое время, это раз. И особо не париться при прохождении. Собственно, для чего я и делаю это видео, для того, чтобы облегчить вам игру. В общем, выполняем поручение карьера. Что он от нас требует? Окей. Старайтесь не перевернуть бульдозер. Потому что это будет роковая ошибка ваша. Окей. Окей. Goodbye. Ставьте лайк, если всегда не попадали в эту штучку. Камня-дробилку. Жиза, блин. Так, и последний камень. Окей. Last камень. Миссии в карьере выполнены. Причем все. Вот так вот все просто. Дюпинг сработал. В карьере миссий больше нет. Имущество теперь приносит прибыль. В принципе, мы этого добиваемся, когда проходим миссию карьера. Все, $2000 в день. Оно будет нам приносить. Как-то так. Как так делается дюпинг? Теперь можно спокойно выйти. У вас теперь на карте, поздравляю вас, она появится вот такой вот маркер синенький. Но ничего страшного, он никак не вредит игре. Если вы вдруг будете проходить на 100% GTA San Andreas, я думаю, этот вам способ прохождения миссии карьера очень даже сильно пригодится. Он чертовски экономит время, ваше, чужое, неважно. Но самое главное, что это работает. Телефонный звонок можно спокойно сейчас принять. Ничего с этим не будет. Все. Можно дальше проходить. Миссии в карьере засчитаны. У нас теперь оно приносит прибыль. Да, есть тут маркер, но на самом деле он ничего не значит абсолютно. Все равно все в проценты будет засчитываться. Все, с вами был Хик. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вдруг впервые, еще много всего интересного ждет впереди. А я с вами прощаюсь. Всем пока.